Я вообще-то смотрела! Ну, и кто здесь свинья? Уи! HD! Обменяйте старый приемник на новый HD и получите год бесплатного просмотра премиального пакета «Премьер». Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Земляничное мороженое беру, на грушевое смотрю, черничное примечаю, а апельсиновое мерещится. Ищите мороженое с яркими вкусами. Здоровая еда. В корзинках-морозилках от Кировского хладокомбината. Самое время для активного отдыха. Доска, простая доска, да, вот нюансов-то наверняка много. По площадке два игрока, и они в постоянном движении. Человек сделал прививку, они у вас сидят и ждут. Чего они ждут? Смотрите в деталях недели. И снова здравствуйте. Через еще неделю у нас начнет расти летальность. Почему в Коми растет число заболевших коронавирусом? День рождения Сыктывкара. Мы зажаты в определенных рамках. Как пройдет день города в период ковидных ограничений? И новые неизвестные факты о Коми. Его называют медвежьим углом наш город. В канун столетия республики. Детали недели. Пятница, 20:00. Смотрите «Время новостей» в студии Анна Зобарева. Добрый вам вечер. О чем расскажем сегодня? Карнавала не будет. Данная ситуация нам не позволяет провести все то, что было запланировано. Это огромные мероприятия, большие. Мэрия Сыктывкара из-за ковида сократила праздничную программу на 80%. Соцобъект особой важности. То, что раньше считалось неизлечимым, сейчас вполне излечимым или, по крайней мере, растягивается на многие-многие годы. В Сыктывкаре будут строить поликлинику для онкобольных. Северный характер. Диалог получился очень позитивный. Чемпион мира по тайскому боксу приехал в Коми пообщаться с молодежью на равных. Количество инфицированных COVID-19 за сутки в республике снова выросло. Диагноз подтвержден у 42 человек. Напомним, накануне о неутешительных прогнозах.